Добрый день. Рад приветствовать вас на этой секции. У нас очень хорошая секция, ну как, впрочем, и все остальные. Вот. Но наша секция одна из самых больших на этом форуме. Наверное, ну, эффект новизны, она первый раз. То есть до этого 4 года не было такой секции, это первый раз и много желающих. Мы будем вместе с вами здесь 3 дня. Сегодня, в пятницу и в субботу до обеда. И ну, желаю, чтобы вы здесь нашли для себя много нового, интересного, то, что вам поможет в вашем бизнесе, в вашем служении, в вашем понимании каких-то вещей. И первый семинар – это мой семинар, называется «Управление ресурсами с точки зрения Писания» или «Правильное управление ресурсами», как у вас написано в ваших папках. И давайте двигаться начинаем, да? Время, которое у нас есть, это деньги, которые у нас тоже есть, да? Хорошо. Итак, несколько основополагающих вещей. Когда я говорю о ресурсах, я говорю обо всем, что есть в наших руках. Это наши способности, естественные и сверхъестественные. Это финансы, это время, годы нашей жизни. То есть все, что у нас есть, это те ресурсы, которые даны нам в управлении. Если мы говорим, будем больше говорить о финансах, это не значит, что эти принципы не работают в каких-то других сферах. Да? И первое. Все богатство, все имущество на земле, все ресурсы принадлежат Богу. Почему? Потому что Он их сотворил. На правах Творца Он является собственником всего. Он распределяет то, что Он имеет, то, что Ему принадлежит, распределяет так, как Он хочет. То есть это от нас... не зависит. Мы рождаемся уже с определенным комплектом способностей, с определенным комплектом даров и с призванием, которое дано нам от зачатия. И дальше уже от нас зависит, что мы с этим сделаем. Я не буду читать места из Писания, они у вас написаны, ну, может, только некоторые из них. Бог имеет полное право распределять. Мы не можем выкрутить ему руки и сказать: «Господь, давай-ка, я не согласен с твоим выбором, я не согласен, я хочу какую-нибудь другую себе судьбу». Я думаю, что самое лучшее, что с нами может произойти, это когда мы войдем в ту Божью судьбу, которую Бог для нас приготовил или предназначил. Это будет самое лучшее вообще приключение в нашей жизни. Потому что любое изменение вот этого совершенного Божьего плана уже будет... наша жизнь будет уже тогда не такой совершенной. Уже будет не такой, наверное, интересной. Хорошо. Мы имеем годы жизни на земле. Мы имеем дары. Мы имеем способности. И первое – это наше предназначение. Бог с самого начала дал человеку, Бытие 1 глава 26 стих, Бог дал человеку, кроме заповеди плодиться, размножаться и наполнять землю, дал заповедь управлять. Дал заповедь распоряжаться ресурсом, который Бог дал. В данном случае написано, они должны владычествовать над рыбами морскими, птицами небесными, над скотом, всей землей и гадами, пресвыкающимися по земле. И конкретно Адаму Бог поручил определенное место на земле, Эдемский сад, который он насадил и туда поместил Адама, для того, чтобы он возделывал этот сад и хранил. Возделывал и заботился о нем. Это две сферы, которые нужно было делать. Эти сферы говорят о двух вещах. Мы должны ухаживать за тем, что нам дано, и мы должны это развивать. Потому что сад был ограниченным. Ну, то есть, по площади он был, естественно, ограничен. И Адаму там было просторно и хорошо, и Еве там было, наверное, вместе хорошо. Но план был такой, что у него должны появиться дети, и с каким-то определенным уже количеством детей этот сад уже становился... не такой комфортный, ну, в том первоначальном объеме. Планировалось, что этот сад будет распространяться по лицу земли. Планировалось, что Адам и его дети возьмут на себя определенный участок этого сада в свою личную ответственность. Если Адаму было поручено все, то уже он должен был ответственность делить, ну, между детьми, или, скажем, давать детям новые участки сада там, в ответственность. Да? То есть Адам не конкурировал ни с кем, он был один, но когда людей стало бы больше,
у них уже у каждого появилась бы своя ответственность, своя часть ответственности. И когда мы говорим о нашем призвании как управляющим ресурсами, у нас, у каждого есть какая-то часть. Независимо от того, мы занимаемся бизнесом, служением, чем-то еще, у нас у каждого есть в разных сферах своя ответственность. Это наша семья, это наши дети, это взаимоотношения с людьми вокруг нас, определенный круг общения, ближние, которых мы должны любить. Это наше дело, профессиональная какая-то сфера. Да? Не всегда это бизнес, иногда мы работаем где-то, но это все равно наша ответственность, наше служение в церкви. То есть есть много вещей, которые даны нам Богом в управлении. Это наша часть. Хорошо. Наше предназначение – это то, что Бог запланировал для нас, когда мы были зачаты. Зародыш мой, видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Эти назначенные дни – это такой Божий совершенный план. Наша часть – войти в этот план. Наша часть – соответствовать этому плану. И по большому счету награда, которую мы получим на небесах, она будет зависеть от того, насколько мы совершенно вошли в этот Божий план. То есть насколько наша жизнь реальная соответствовала тому Божьему плану, тому совершенному Божьему плану, который был записан в Его книге прежде нашего рождения. И поэтому призвание – это важная вещь, которую нам нужно для себя найти. И потом двигаться. Время – это тот ресурс, который мы не можем вернуть, если потеряли. Почему? Потому что годы жизни у нас ограничены, и Божий план совершенный, он рассчитан на эти годы жизни. Скажем, да, есть шаг за шагом, там, пошаговые какие-то вещи, которые мы можем сделать для Бога. Если мы упустили часть времени, мы часть этого сделать уже просто не успеем, потому что не хватит времени. Да, но для этого нам нужно быть внимательным к тому времени, которое у нас есть. Куда мы его тратим, да, и насколько мы четко исполняем то, что Бог для нас предназначил. Дни лукавые. Такая, не просто написано это слово лукавые, да, они могут нас обмануть. Кажется, что еще впереди много, но это может быть только потому, что мы не знаем точно, что Бог для нас предназначил. И когда мы все это узнаем, оказалось, что не так много. Мне понравилась история об одном серьезном таком муже Божьем из Нигерии. Он был епископом, и он основал много церквей. Вместе было около 4,5 миллионов человек в этих церквях. Громадное количество церквей. И в какой-то момент он молился много, молился, и Бог ему показывал какие-то вещи, которые он должен сделать для Бога. Шаг за шагом он это положил на бумагу, у него был большой список, что ему Бог поручил, и он старался это сделать. И в какой-то момент он сказал своей жене, что, знаешь, дорогая, вот у нас список, что Бог мне сказал. Я уже все сделал. Вот все, что мне Бог сказал по списку, я уже все сделал. Через полгода он выполнил все, что нужно было, он ушел к Господу. Человек, который мне об этом рассказал историю, он сказал, я пока сделал 40% из того, что мне Бог сказал, я очень хочу успеть. И я никогда не думал с этой стороны, но начал думать. Потому что на самом деле я буду нести ответственность за это. На том суде, на котором мы все встанем, будет сверяться книга наших реальных дел и с книгой, в которой записан совершенный Божий план для нас. Хорошо. Естественные дары или потенциал. Когда мы читаем притчу о талантах, там написано о том, что хозяин раздал таланты в разном количестве, в зависимости от силы тех людей, которые таланты получили. Каждому по силам. Кому-то 5, кому-то 2, кому-то 1. И часть была каждого человека, который получил таланты, их, соответственно, умножить или развить. Да? Сколько нашей силы? Да? Каких мы силах? Ну, до конца мы точно не знаем. Но в любом случае бесталантных людей нет. Людей, которые не получили ни одного таланта, ни одной способности, нет. А как мы разовьем, насколько сильно мы разовьем, это уже наша ответственность перед Богом. И я думаю, что Он дал нам способность для любой сферы жизни, в том числе и для профессиональной, в том числе и для сферы такой финансовой. Да? Писание говорит, что Бог дает силы приобретать богатство.
Что называется богатство? Богатство это сколько? Да? Три ореха это куча или еще не куча? Да? То есть богатство это то, что дано в наши руки. Это больше, чем нам необходимо для нашего личного обеспечения. Все, что сверх этого, это уже по большому счету богатство, которое мы можем использовать на правильные цели. Ну, заботиться о нашей семье, там, не знаю, о разных других вещах. Много сфер есть. Но то, что больше, чем нам необходимо, это уже богатство. Бог дает нам силы, это приобретает. Ресурсы материальные, богатство, да? Есть много мест Писания, где говорит Господь о том, что мы несем ответственность за правильные использование ресурсов. Например, притча об управителе, Лука 12 глава, 42 по 48 стих. Там речь идет об управителе, который получил большое количество ресурсов. Хлеб. Он получил доступ к кладовке. Для того, чтобы раздавать в правильное время всем в доме этот хлеб. Но ключ был у него. Он имел возможность, да, построить график, он имел возможность рассчитать этот ресурс, сколько когда надо на каждый день. Он имел возможность организовать сам процесс. Это было в его, скажем, в его ответственности. Он мог это сделать. И если он это сделал, он получил бы награду. Если бы он это не сделал, а вместо этого начал подавать это на сторону, покупать, там написано, пить, там, гулять, да, объедаться, то пришел бы хозяин и наказал бы. И дальше есть интересное место там, о том, что кто знает волю хозяина и не делает, тот будет бит много. А кто не знает и не делает, тоже будет бит. Но не так много. То есть здесь вопрос не в том, знаем ли мы наше призвание или не знаем. Если мы его не делаем, получим по шее. Так лучше нам узнать и делать. Но с другой стороны, если мы уже его узнали и не делаем, тогда два раза получим по шее. То есть, если мы хотим рискнуть и узнать наше призвание, чтобы исполнить волю Божью, мы должны понимать, что мы больше рискуем. Мы больше рискуем. И в моей жизни я в свое время четко осознал, Бог мне скажет мое призвание или Бог откроет мне только тогда, когда я буду внутри себя, когда у меня будет внутри решение о том, что я исполню Слово Божье, независимо от того, какое оно будет. Я должен принять решение исполнить Божье призвание до того, как я его узнаю конкретно. Потому что если я не готов сделать для Бога все, что Он скажет, Он не может быть уверен, что именно это я делать не захочу. Именно то, что Он мне откроет. А если Он мне откроет Слово, Он же не хочет мне два раза по шее давать. Да, Он любит меня. И поэтому многие люди ищут призвание и не находят его. Ищут конкретное слово от Бога для своей жизни и не получают, потому что у них внутри еще нет твердой уверенности и твердого решения быть послушным Богу и сделать для него все, что он откроет. Что бы это ни было. Следующее. Лука 16 глава с 1 по 9 стих. Притча о управляющем неверном. Вы все помните эту притчу, да? Там она такая интересная, за что похвалил хозяин управляющего, да, что догадливо поступил. Он его обкрадывал, и когда служба внутренней безопасности донесла хозяину, что управляющий занимается там криминалом, у него забрали ключи от всех кладовок и сказали, больше не можешь управлять. Ключи забрали, а печать еще нет. И пользуясь случаем, он начал переделывать расписки, да? Уменьшать количество расписок. То есть уменьшать долговые обязательства для должников этого хозяина. Зачем он это делал? Ну, чтобы люди были ему обязаны. Для того, чтобы потом он мог прийти в их дома. Он служил в доме этого хозяина, его убрали с управления. Он сказал, копать не могу, не получается у меня физически работать. Просить. Ну, как-то не камильфо, стыжусь, да? Как-то не очень. Такой был крутой, а тут просить буду. Я сделаю так, чтобы люди стали мне обязаны, чтобы люди приняли меня. И вот похвалил хозяин, управляющего неверного. Ну, так в чем смысл-то притчи? Ну,
Будьте хитрыми или что? Нет. Смысл в следующих строчках. А смысл в следующих строчках. Так и вы. Точнее так, он сказал, сыны света бывают менее догадливы, чем сыны мира. И я говорю вам, используйте богатство неверное для того, чтобы, когда вы обнищаете, то ваши друзья приняли бы вас в вечное обитель. Кто такие, какие такие друзья могут меня принять в вечное обитель? Я знаю только одного друга, да, который говорит, я буду называть вас друзьями, да, Иисус Христос. Иисус Христос, да, который друг, и который может меня принять на самом деле в вечное обитель. По Писанию. Как я могу использовать богатство неверное, чтобы завоевать такое его расположение, чтобы он принял меня в вечное обитель? И что такое богатство неверное? Ворованное, что ли? Неверное. Это то богатство, которое не имеет отношения к вечности. Я уйду, а оно останется. Это все равно, да, любой материальный ресурс, он останется на земле, когда я уйду с этой земли. Я не смогу взять с собой ничего. Сколько бы много мне не было, оно все останется здесь. И в какой-то момент я обнищаю. В момент перехода я был владельцем и имел все, и вдруг у меня не стало ничего. И вот в этот момент, когда меня отделят от управления ресурсами, доверенными мне раньше, я буду зависеть только от того друга, который примет или не примет меня в вечное обитель. И вот он призывает своих учеников: ребята, используйте ресурс, который вам дан, для того, чтобы завоевать расположение вот этого друга. Для того, чтобы исполнить его волю. А этот весь ресурс, что есть в наших руках. Все, буквально. И годы жизни, и способности, и финансы, и все остальное, да? То есть конечная цель. Мы должны понимать, что наша жизнь должна иметь конечную цель. Ну, как бизнесмены мы понимаем, да? Есть то, чего я хочу достигнуть. И конец. Я не могу сейчас проплатить свое пребывание в вечности. Нет такого тарифа, да? Я не могу это сделать. Но я могу по слову, я могу расположить сердце друга, способного принять меня в вечное обитель. Когда я буду делать то, что он хочет от меня. Мы управляющие ресурсами в отношениях с Богом, но собственники в отношениях между собой. То есть, если перед Богом все, что у меня есть, это мне не принадлежит, это ему принадлежит, но когда мы общаемся друг с другом, то все, что доверил нам Бог, мы в отношениях между собой, мы являемся собственниками. И очень важно для любого общества, для любой страны, очень важна защита частной собственности. Почему? Потому что зачем мне Бог дал какой-то ресурс? Для какой цели Он мне дал? Никогда Бог ничего не дает бесплатно, бесцельно. Никогда ничего не дает так, ну как получилось. Отсыплю вот на глаз. Этому столько. Если Он уже дал, то дал конкретно зачем-то, для какой-то цели. И вот если у меня что-то воруют, то значит меня лишают определенной части ресурса, который мне зачем-то нужен. Для того, чтобы я исполнил какую-то большую цель. Фактически воруют у Бога. Он дал мне, скажем, машину, чтобы я поехал в какое-то место и что-то сделал для Бога. У меня машину угнали, я поехать не могу. Божья работа будет не сделана. Человек, который ворует что-то у другого, он ворует, по сути, у Бога. Если я знаю или не знаю, зачем мне этот ресурс дан, все равно, да? Потому что, если он есть, мне нужно разобраться, зачем он мне дан. Но государство или общество должно защищать такую святость частной собственности в этой сфере. Зачем мне Бог дает ресурс? 2 Петра, 1 глава, 3 стих. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. И вот тут есть два слова. Жизнь и благочестие. Писание говорит, что все, что Бог нам дает, Он нам дает для жизни и благочестия. С жизнью как-то более-менее понятно. Я должен кушать, я должен одеваться, я должен зубы лечить у стоматолога. То есть я должен на себя тратить какие-то деньги.
то, что Бог нам дает для жизни. А что такое благочестие? И вы можете найти много определений благочестия. Я много-много их искал. И вот одно из них мне очень понравилось. Его дал Афанасий Великий. Это был человек, который начал монашеское вообще движение, который создал первый монастырь. Он сказал, что благочестие – это стремление стать таким, каким Бог хочет меня видеть, и исполнить для Бога то, что Он от меня ожидает. Благочестие – это стремление стать таким, каким Бог хочет меня видеть, и исполнить то, что Он от меня ожидает. То есть, по сути, благочестие – это исполнение воли Божьей для меня, как для личности, и в сфере моей ответственности. И Петр пишет, что Он нам дает все необходимое для того, чтобы мы были способны это сделать. То есть, Бог не дает естественного испытания сверхсилы. Было бы несправедливо, что Он бы поручил нам что-то сделать, а не дал для этого ресурсов. Как часто люди делают. Дают поручение, а не подкрепляют это финансово. Я так встречал однажды, когда мне мой начальник говорил, ну, с деньгами и дурак купит, ты купи без денег. Я, конечно, понимаю, да, что можно научиться это делать, но это затрудняет работу, скажем, да, найти такого человека, который был готов бы мне продать без денег. Да, я гораздо дольше потрачиваю времени на это. Хорошо. Дальше нам нужно прочитать еще одно место Писания, очень известное. Лука 12 глава, с 22 по 31 стих. «Я сказал ученикам своим, поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, для тела вашего одеться, душа больше пищи, тело одежды. Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут. Нет у них хранилища житниц, Бог питает их, то сколь же вы лучше птиц». И тут важный момент, который нам нужно понимать. Что мы должны увидеть, глядя на ворона? Посмотрите на ворона. А что мы должны увидеть? То есть взять с них пример, перестать сеять и жать, сесть на ветку и ждать, когда Бог обеспечит. То есть, да, или в чем мы должны научиться от них, от воронов? А? Плевать. Ну да. На самом деле, очень интересный пример, да? Почему? Потому что... Почему Бог ворона обеспечил? Потому что они свою миссию исполняют. Потому что они вороны. Они рождены быть воронами, и они живут своей вороньей жизнью. А если бы ворон захотел стать пингвином и улетел бы в Антарктиду, Бог бы его там обеспечивал? То есть ворон не умеет нырять за рыбой в воду. Он бы в Антарктиде погиб. Но он не летит в Антарктиду. Потому что у него не заложена способность выбирать. Он живет тем инстинктом, который Бог в него заложил. И он живет в средней полосе. Там, где есть червячки, там, где есть ягодки, там, где есть все необходимое для его вороньей жизни. И в этой средней полосе Бог дает все необходимое для него. А у нас есть выбор. И мы можем сделать выбор неправильно. И вместо того, чтобы оказаться в правильном месте, окажемся в Антарктиде. И потом будем сильно переживать, что у нас не хватает ресурса для нашей жизни. Но это иногда потому, что мы не там, где должны быть. Или делаем не то, что должны делать. Да, проблема, что выбор – это и величайшая награда от Господа, и величайшая ответственность. Потому что мы должны четко знать волю Божью, чтобы делать выбор правильно. Каким образом ресурсы поступают в нашу жизнь? Мы говорим, Бог дает нам все потребное, а как? То есть вдруг я утром просыпаюсь, и у меня возле кровати лежит мешочек с этим, с золотом, да? Или пару туго перевязанных пачек таких, да? С денежными знаками. Ну, так, в общем, у меня никогда в жизни не было. Может, у кого-то и было такое, вы тогда поделитесь, у меня не получается верой принять это дело, да? Но я знаю два источника, естественный и сверхъестественный. Естественный источник простой. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе. То есть то, что мы делаем, мы можем этим зарабатывать деньги. Мы можем это развивать? Можем. Когда мы будем лучше понимать, как это сделать, то есть получаем образование, вкладываем то, чтобы лучше знать, и когда мы будем иметь
совершенные навыки, как это делать. То есть, когда мы будем иметь опыт. Две вещи, знания и опыт, помогают нам стать более профессиональными, или более способными, или более обеспеченными, когда мы делаем нашу работу. Поэтому то, что нам нужно вкладывать в себя. Земля, пившая многократно сходящая на нее дождь и прозрачающая злак, полезный тем, для которых возделывается, получает благословение от Бога. Итак, мы, как эта земля, мы получаем от Бога все, что необходимо. Дождь, там, не знаю, семя, как слово. А уже дальше наша часть. У нас есть способность из слова и из того, что Бог нам дает, производить плод. Для чего нам Бог это и дает? И вот здесь земля, которая это производит, получает благословение от Бога, а которая производит вместо этого тернии и волосы, негодно, близка к проклятию, которого конец сожжения. Четко написано, опять же, о нашей ответственности. О том, что Бог обеспечивает нас всем необходимым, но ожидает от нас, что мы принесем должный плод. 1 Коринфянам 9, 9 глава. «Ибо в Моисеевом законе написано, не зарождай рта у вала молотящего, а вала крепечется Бог». Или для нас говорится. Конечно, для нас это написано. Кто пашет, должен пахать с надеждой, кто молотит, должен молотить с надеждой, получить ожидаемое. Это естественный путь. Мы должны работать. Естественно, то, что мы слышали сегодня в первой проповеди, молитва, это время, когда мы будем в присутствии Божьем. Слово, это семя, которое Бог нам дает, а дело, это когда мы это слово исполняем. И это приносит результат. Сверхъестественный источник. В Библии есть описан сверхъестественный источник, например, манна, которую евреи ели 40 лет в пустыне. Ее не было до того в пустыне, ее не было в других участках пустыни, она была только там, где находился стан. Когда стан сдвигался, место выпадения манны тоже сдвигалось. Она падала не только в пустыне, она падала и в земле обетованной, как только они туда вошли. Но когда они начали вкушать плодов этой земли, она перестала падать. То есть было начало, когда она появилась, был конец, когда она исчезла, было место, где она была для какой-то определенной цели. Это сверхъестественный источник. Как это в нашей жизни работает? Есть вещи, которые в моей личной практике, скажем, я могу точно сказать, что это было не от моего старания, не от моего профессионализма. Но Бог открывал такие двери, которые я не мог сам никогда открыть. У нас был период, когда из-за постоянного кризиса, я сам из Минска, из Беларуси, наша страна живет в постоянном кризисе. То есть это кризис, это такая атмосфера, к которой мы просто привыкли уже, да? Стабильность, но стабильность кризиса, как бы, да? Да, да. Я еще не жил в Беларуси, скажем, вне кризиса никогда. Вот, не знаю, как мне получится делать бизнес вне кризиса. В кризисе я уже научился. Так вот, один из таких периодов был для нас кризисным, когда мы имели большую задолженность перед нашими поставщиками. Наши покупатели были должны много нам. И наши покупатели были бюджетниками, а бюджет был пустой. Естественно, они нам не оплачивали, а поставщики нас дергали. И это было муторно, это было долго, это было проблемно. И поставщики были мои друзья, и я как бы терял с ними отношения, это было очень неприятно. Я не знал, что делать, потому что, я совсем могу договориться, я могу договориться с людьми, но когда у них нечего мне дать, они и не могут дать, да? А, скажем, пойти туда, где бюджет распределяется, я не мог, я там никого не знал. Чтобы решить вопросы там, да. Вот. И поэтому я просто молился, Господь, что-то надо сделать. И мне появилась идея поехать на один завод, который использовал наши запчасти для ремонта автобусов, который с нами не работал. Поехать познакомиться, может быть, там что-то проклюнется какое-то. Я поехал, познакомился там с главным инженером, с директором, и мне этот главный инженер сказал: «Да я с удовольствием возьму твои запчасти, мне не нужны, только я ремонтирую автобусы для Минской области, а Минская область мне за это не платит». И вот я уже там отремонтировал для них там 12 автобусов, а еще ни за один не получил денег. «Если ты
от них деньги заберешь, я их тебе дам. Я думаю, а как же я от них деньги заберу? Кто же мне там даст? Ну и так, ну как бы, теоретически я понимаю, что возможность есть, а практически я не могу это никак сделать. Ну так, оставил где-то в голове, ну, вроде там какие-то деньги есть, только, как это, близок локоть, а зуб не мёд, да? Не могу добраться до них. Ну и продолжаю молиться. И вдруг меня ищет человек, которого я знал когда-то раньше. Ну, мы там делали бизнес, сотрудничали, партнерами были. И мы с ним там познакомились, и я ему просто помогал где-то, ну так, доверял там какие-то ресурсы. Ну, то есть много доверял. И у нас сложились хорошие отношения. И вот он звонит, я хочу с тобой встретиться. А он уже какой-то там близкий к тем верхам, куда я, где я никого не знал. Он там уже с кем-то познакомился. Вот. И он говорит, знаешь, у меня есть предложение к тебе. Я представляю там один большой завод, и там можно делать налоговые зачеты. Но нужно, чтобы кто-то где-то, было предприятие, кому бюджет областной был бы должен. И мы тогда сможем вытащить с областного бюджета деньги. Я говорю, о, я знаю такое предприятие, которому должен областной бюджет. Слушай, ты прям по адресу постучался. Давай мы попробуем это сделать. И мы в течение 2 лет, мы занимались этим хорошим бизнесом. Вот. Мы подключили к этому еще там через разные схемы еще 2 завода. И фактически мы поставляли на все ремонтные заводы нашей страны, мы поставляли запчасти через вот эти разные зачеты. Это позволило нам рассчитаться с поставщиками, выкупить вообще товар. У нас на складе был уже наш собственный товар. Ну и скажем так, мы обеспечили определенным образом свои семьи с моим партнером. Да? То есть это был хороший для нас бизнес. Но точно знаю, я не приложил практически, да, нисколько почти усилий, если сравнить с результатом, да. То есть это просто была манна, которая упала с неба, это не зависело от меня. Просто Бог ответил, не знаю, на молитвы, да, Бог дал такую милость, и открылись двери. И потом дальше я увидел, двери продолжали открываться. Фактически, большая часть бизнеса, которую я делал по запчастям, это было связано с людьми, которые приходили и говорили, я хочу с тобой работать. Давай мы сделаем вот это. Хорошо, давай. Мне не надо было особо долго там даже кого-то искать. Мне просто надо было сидеть на своем месте, когда ко мне придут люди и предложат сотрудничество. Ну, шучу. Конечно, нужно было много чего делать. Да, но просто двери открывались. И они не открывались навечно. Этот бизнес закончился. Закончился потом другой. Но перед тем, как заканчивался какой-то предыдущий бизнес, начинался какой-то новый. И как бы одни двери открывались, и когда у меня прекращалась какая-то возможность работать по старым каким-то вариантам, схемам, со старым ассортиментом, я уже к этому времени имел, что делать с каким-то новым ассортиментом. Я понимаю, что это сверхъестественно было. То есть Бог просто благословлял. Это было благословение. Я делал свою часть, а Бог делал свою часть в этом. Поэтому сверхъестественное для нас все равно остается реальным. Только, ну, может, не так, как мы это представляем. Да? Я не могу посадить денежное дерево дома. Посадить железный рубль, да, а потом ожидать, что оно вырастет и будет там на каждой веточке по много-много таких рублей. То есть не так сверхъестественно работает. Но Бог все равно для нас, для нашего профессиональной деятельности, Бог имеет свои планы. И имеет свое благословение, как сверхъестественную часть. Хорошо. Незаконное или нечестивое использование ресурсов влечет за собой наказание. Есть много мест писания об этом в псалмах, о том, что нечестивые в нынешнем веке могут получить ресурс быстрее, чем получаем его мы, и могут получить его больше, чем получаем мы, потому что они получают его незаконно, ну, скажем, воруют. Или используют какие-то неправомерные способы приобретения богатства. Да? Делают что-то неправильное, и из-за этого они как бы получают ресурс, который им не нужен. У них появляются излишки, они не знают, что с этим делать, и начинают тратить вот эти излишки на себя. Тратить их, чтобы жить в роскошном себе, да? И вот здесь очень важно, чтобы мы не начали завидовать.
То, что написано в 72-м псалме. Нечестивые благоденствуют веки этом, умножают богатство. Я думал, как бы уразуметь это, но это было трудно в моих глазах. Трудно понять, почему я такой хороший и не такой богатый, как вон тот плохой. Если я такой умный, почему я не такой богатый, как вот тот троечник, да, ну который, скажем, у которого папа прокурор? Да? Почему мы так отличаемся? На самом деле, если мы говорим о конечной цели, а конечная цель – это войти в вечные обители, когда мы имеем в виду эту конечную цель, то наша судьба очень отличается, да, с этим, возможно, богатым в нынешнем веке человеком. Но очень быстро все закончится. Так же, как в нашей жизни может быстро закончиться, и мы предстанем перед нашим другом, так и в их жизни быстро заканчиваются некоторые вещи, они потом предстают в совсем другом месте, куда попадать не хочется. И даже здесь, даже на этой земле, очень часто, знаете, прокурор поменялся, и он уже не папа, а у этого нового прокурора есть свои дети, и весь бизнес накрылся. И хорошо, если просто бизнес накрылся, а то еще и тюремная скамья там. То есть, как бы, эти вещи очень сильно не, как сказать, неверные, да? Можно быстро потерять, так как быстро нашел. Хорошо. Три ключа верности. Три вещи, которые нам важно понимать. Верный в малом во многом верен, а неверный в малом не верен во многом. Когда я говорю о том, что богатые могут, нечестивые могут быстро приобретать большое количество ресурсов, а мы чаще всего поступательно приобретаем какое-то количество ресурсов, шаг за шагом, речь идет только о том, что Бог проверяет нас. Он дает нам часть какую-то и проверяет, насколько мы послушны в управлении этой небольшой частью. Для того, чтобы мы потом могли это умножить. Он дает нам как раз по силам то, что мы способны использовать, то есть то, чем мы способны управиться, то, чем мы способны управлять. Если дать нас больше, то мы просто это нас раздавит. Мы не сможем это нести. Не в смысле раздавит, а в смысле мы можем просто упасть. Мы можем упасть в грех. Мы можем, это может нас разрушить как христианин, какое-то большое количество ресурсов. Но когда мы постепенно, шаг за шагом вырастаем, знаете, со ступеньки на ступеньку поднимаемся, мы получаем больше способностей. Мы сами укрепляемся. И тогда Бог может в наши руки дать больше. Поэтому, когда вы имеете что-то малое, не переживайте о том, что у вас меньше, чем вы хотели бы. Продолжайте мечтать о большом, но будьте верными в управлении тем, что есть. Потому что от этого будет зависеть, придет ли большое в вашу жизнь или не придет. Следующее, если вы в неправедном богатстве не были верны, то поверит вам истинное. Мы говорили о неправедном богатстве, это как раз вот все материальное, что есть на нашей земле. То, что мы не сможем забрать с собой. То есть речь не идет о криминальном богатстве, о ворованном, да, где-то о каком-то таком, да? А что это тогда такое истинное богатство? Кто доверяет нам истинное? А что такое истинное богатство? Если мы говорим неправедное, то, что не имеет значения для вечности, то истинное, то, что имеет значение для вечности, да? Что мы можем взять с собой с этой земли? Что мы можем взять с собой? Мы можем взять изменение нашего характера. Да? То есть наш новый человек. Это то, что останется с нами, когда мы пойдем на небеса. Написано, ничего нечистого не войдет в Царствие Божие. Но все чистое войдет. То есть это наш новый характер, наш новый человек. То, что мы позволим Богу сделать с нами, когда Он преображает нас. Это наша часть, которая останется с нами навсегда. Взаимоотношения. Любовь никогда не прекратится. Языки умолкнут, там, пророчества прекратятся, да, знания не будет иметь смысла. Но любовь никогда не закончится. То есть построение взаимоотношений – то, что будет иметь смысл для вечности. И построение отношений – это с Богом и с ближним. Да? Две вещи, которые, скажем, в чем мы можем развиваться здесь на земле, это будет иметь смысл для вечности. И третья вещь – это плоды. Плоды нашей жизни. Или, скажем, насколько мы послушны были Богу, и насколько четко мы исполнили то призвание, которое Бог для нас дал. Эти три вещи, вот эти три сферы будут иметь отношение к нашей вечности, к пребыванию в вечности, к той награде, которую мы получим на небесах. И естественно, что нам нужно
развивать это. Развивать это. Но Бог смотрит на наше послушание в сфере, которую мы видим, которая есть у нас в руках, те же самые финансы. И если мы верны в этом, то Он дает нам нечто большее. Да? Люди, за которых мы можем нести ответственность. Чтобы мы не разрушали их, но чтобы мы их вдохновляли, поднимали и так далее. Да? Взаимоотношения. Он нам дает друзей. Да? Он помогает что-то сделать в нашей семье. То есть есть много вещей, которые мы можем получить от Бога здесь, на земле, и которые будут иметь смысл, это будет истинное богатство. И последнее, если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Очень часто мы получаем от Бога какое-то слово, чтобы мы начали что-то делать, и мы не знаем, как это сделать. Просто потому, что мы никогда там не были, мы никогда этого еще не делали. А Бог говорит, надо делать. И есть простой способ, как научиться. Найти того, кто это уже делает, и начать ему помогать. Пойти к нему в ученики, да? В подмастерье. Это если вы делаете, ну, хотите делать бизнес, найдите человека успешного в бизнесе и начните на него работать. И посмотрите, как он это делает. И возьмите все навыки, которые вы сможете там взять. То есть ваша способность общаться с людьми, которые вы приобретете, работая на кого-то, она останется с вами, когда вы уйдете с этого места. Да? Не надо там, когда вы уходите забирать базу данных, да? Это будет, наверное, не совсем правильно. Но способности вы возьмете с собой. Навыки приобретенные вы возьмете с собой. Опыт вы возьмете с собой. Вы научитесь. И сможете потом это делать сами. И если вы хотите приобрести хороший опыт, чтобы начать собственный бизнес, вам нужно достичь высот определенных, да? В том месте, где вы будете работать на кого-то. Как Иосиф. Он стал вторым человеком в Египте. И фактически только троном или перстнем отличалась его власть от власти фараона. У нас есть, нам есть куда расти. В любом случае, всегда есть куда расти. Хорошо. Те, кому больше доверено, несут большую ответственность перед Богом за управление ресурсами. Я это говорил. Но тут важная вещь. 1 Тимофея 6 глава, 17-19 стих. Здесь написано о богатых людях. Мы уже говорили, что богатство это все, что сверх того, что нам лично необходимо. И оно дано нам для определенных целей. Для каких целей? 1 Тимофея 6 глава, 17-19 стих. Богатые в настоящем веке увещевают, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. И вот мы опять встречаем вечную жизнь в конце. Это соотносится с тем, о чем мы говорили, когда говорили о вечных обителях. Да? И до этого Тимофею Павел пишет, если ты хочешь достигнуть вечной жизни, или если люди твои хотят достигнуть вечной жизни, они должны использовать то, что Бог им дал, сверх их личной нужды. Это могут быть разные вещи. Это могут быть финансы. Это может быть, знаете, какое-то милосердие. Человек, который переполнен милосердием, он должен это использовать, чтобы служить людям. Человек, который преисполнен способностью заботиться о других, он должен это делать. То есть здесь речь идет не только о богатстве финансовом. Здесь речь идет о любой способности, которую Бог нам дал. Если пастор, призванный быть пастором, не будет служить людям в церкви, он не достигнет вечной жизни. Ну, будут проблемы определенные, потому что он не будет исполнять свое призвание, не будет исполнять волю Божью. А если богатый человек финансово не будет делать то, что Бог для него предназначил, знаете, это тоже возникает определенный вопрос. Итак, еще раз вернемся, что Павел говорит. Благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны. И вот это слово «общительны» – очень интересное слово. В греческом оно значит взаимное пересечение жизни. Стать соработником, стать сотрудником, стать кем-то очень близким.
чтобы вместе что-то делать, чтобы вместе проводить время. Почему не написано бедным, чтобы они были общительны с богатыми? Бедные так тянутся к богатым. Потому что понимают, что там, ну, может что-то перепасть. Потому что понимают, что они могут научиться чему-то там. Это нормально, когда люди, не имеющие, видят перед собой какой-то пример и тянутся к сильным, к богатым, к способным, чтобы что-то приобрести. Но есть очень такое модное учение, что богатые должны общаться только с богатыми. Помните такое, да? Металл точит металл. Да? Что богатые должны иметь общение с себе подобными для того, чтобы можно было расти. Я не против этого. Я не против того, что богатым или сильным, или способным, или что пасторам нужно общаться с пасторами. Да? Я не против этого, это правильно. Но если мы говорим, что металл точит металл, то для какой цели? Зачем мне нужен острый нож? Я не должен резать этим острым ножом другой нож. Я ножом режу колбасу, батон, там, я не знаю, огурец. Я должен быть, мой нож должен быть острым. Но для какой цели? Чтобы резать не такие острые вещи. И, скажем, если сравнить, сколько времени я ножом режу такие рыхлые вещи, и сколько времени я его затачиваю, мы увидим, что, да, что заточка занимает очень небольшую часть времени использования ножа. А основное время как раз я использую его по предназначению. Для того, чтобы им резать, ну там, продукты, например, свои. Да? Мы должны общаться с себе подобными. Сильные с сильными, богатые с богатыми, способные со способными. Для того, чтобы научиться, для того, чтобы оттачивать свое мастерство, профессионализм. Для того, чтобы делиться друг с другом своим опытом. Но зачем? Для того, чтобы потом что-то делать. Используя этот профессионализм, используя этот опыт, используя эти ресурсы. И поэтому слабые должны сносить, сильные должны сносить немощи слабых и не себе угождать. То, что говорит Павел. Богатые должны благодетельствовать бедным, вместо того, чтобы наслаждаться. Ура! Богатством. Вот это да. Мы должны учиться друг у друга. Но не для того, чтобы на этом заканчивалось все. Хорошо. Куда мы можем расходовать наши ресурсы? Есть много вещей. Я написал, не знаю, 8 или 7 пунктов, но на самом деле их может быть намного больше. Ну, просто мы эти разберем, потому что они важны, я считаю, для темы нашего обсуждения. Первое – это десятина. И некоторые говорят, что десятина в Новом Завете не имеет больше смысла, потому что мы Господни полностью. Мы куплены дорогой ценой, мы принадлежим Ему со всеми, скажем так, потрохами, да, и все, что наше, все уже Его. Это правильно, и я с этим согласен, да, но как проверить, это для меня слова или это на самом деле для меня принцип жизни? Я на самом деле считаю, что все мое Его, или я только об этом говорю красиво? И большая часть людей, которых я слышал, и которые говорят о том, что десятина не имеет смысла в Новом Завете, большая часть из них, они жертвуют Богу меньше, чем 10%. Ну, то есть просто им, как это, с большего их жаба душа, да. Вот. Вопрос, имеет ли десятина вообще место в Новом Завете? И некоторые говорят, что это закон, закон Моисея, а мы не под законом, мы под благодатью, поэтому десятина для нас места не имеет. Но это не до конца правильно, потому что десятина появилась в Писании до Моисея, как минимум два случая мы видим, когда десятину принес Авраам Мелхиседеку и когда пообещал десятину его сын Исаак, да, тоже Богу пообещал. И следующий момент, мы видим ту же самую десятину в Евреях, 5, 6, 7 глава. И нужно понимать, кому принес десятину Авраам? Кому принес десятину Авраам? Мы читаем, что это был Мелхиседек. Но почему принес Авраам десятину Мелхиседек? Не потому, что он был такой весь из себя Мелхиседек, а потому, что он был священник Бога Живого. То есть он был тот, кто служил Богу Живому. То есть через Мелхиседека Авраам принес десятину самому Богу. Через его первосвященника. Это остается для нас таким же актуальным, потому что у нас тоже есть первосвященник. Иисус.
через которого мы приносим десятину самому Богу. И до сих пор это истина, до сих пор это актуально. И куда мы приносим десятину? Если Авраам принес в руки этому первосвященнику, то мы приносим тоже в руки первосвященнику. Мы приносим в церковь. Потому что церковь есть тело Христово, и руки, и ноги, и все остальные части тела. Да? Мы тоже отдаем в руки нашему первосвященнику нашу десятину. Это до сих пор актуально. Это то, во что я верю, и в моей жизни это работает. Следующее. Забота о семье, родителях и ближних. Это то, что у нас никогда не отнимается. 1 Тимофея 5:8. Если же кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Мы можем быть очень профессиональными. И мы можем в своей сфере профессиональной достигать очень больших результатов. Но это все может перечеркнуться. Перечеркнуться тем, что мы не делаем основную часть или более важную часть, заботу о своей семье. Как бы это ни звучало, странно, но Бог смотрит на наше отношение к нашей жене или мужу или к детям более строго, чем на наше отношение к служению. Так есть. Потому что если кто не заботится о своем доме, не может стать епископом. Он не готов. Он может по своим способностям, по своим талантам, по своему образованию подходящим быть, но по своему характеру и по своей верности он не будет соответствовать нормам и не может стать епископом. Поэтому для нас, занимаемся ли мы бизнесом или служением или чем-нибудь еще, первый приоритет, что мы должны делать на этой земле, на земле, в отношениях с людьми, это забота о наших домашних. Это забота о муже, жене, это воспитание детей. Наши родители. Первая заповедь с обетованием. Первая заповедь, которую Бог подкрепил определенным обещанием. Зачем он это сделал? Почему нельзя было дать просто обычную заповедь? Почему нужно было дать заповедь с обетованием? Потому что людям свойственно, грешным особенно, да? Людям свойственно делать только то, что им нравится. А основание Божьего престола – справедливость. И вот посмотрите, когда ребенок рождается маленьким, он полностью зависит от своих родителей. И благодаря тому, что они что-то сделали в нашей жизни, мы сидим здесь. Они так или иначе, хорошо или плохо, достаточно или недостаточно, но они нас выкормили. Они нас во что-то одевали, мы не замерзли. Да? Ну, то есть, они что-то сделали в нашей жизни, что мы выросли до наших годов. Мы получили какое-то воспитание, какое-то образование. И слава Богу, наверное, не самое плохое, потому что мы пришли к Господу все-таки, да? Не совсем уже в криминальном мире где-то мы остались. Или кто там, может, никогда и не был. Да? Но мы здесь. И значит, в этом есть часть наших родителей. И все хорошо, когда мы были маленькими, мы принимали так, как должное. Потом мы старались отвязаться от наших родителей, стать самостоятельными. Это тоже хорошо, это тоже правильно. Но приходят годы, когда наши родители не способны сами себя обеспечивать. И не самое интересное в жизни обеспечивать или ухаживать за родителями, которые сами не в состоянии ухаживать за собой. Точно скажу, это не самое легкое и не самое интересное дело. И есть такая определенная тенденция, да, то, что Иисус сказал фарисеям: ребята, вы сделали свою Божью заповедь, которая противоречит заповеди Божьей. Вы сказали, то, что принадлежит родителям, вы отдаете в служение. Те деньги, которые вы должны были дать родителям, для того, чтобы обеспечить их, вы отдаете в храм. Сделали такой себе принцип какой-то определенный, да? Так вот это неправильно. Так вот вы не должны это делать. Потому что это та часть, которую вы обязаны родителям дать. По справедливости, потому что они когда-то дали это вам. Они когда-то себя, свою жизнь, свои деньги вкладывали в вас. И приходит время, когда вы должны это вернуть. И если вы сделаете это, будьте послушными, вот тогда я вас особо благословлю. Продлятся ваши годы жизни на земле, и вы будете успешным в своих путях. Это очень серьезное обещание. Это, ну,
Ну, не знаю. Не знаю даже, с чем сравнить. Потому что обещание продлить годы жизни, это обещание, что мы можем успеть то, что пропустили в молодости где-то, да? Кто из нас пришел к Господу там в свои там 16 лет? Большая часть пришла позже. Мы какую-то часть жизни уже пропустили. Мы уже что-то не успеем сделать для Бога, возможно. Но если мы будем заботиться о наших родителях, Бог продлит годы нашей жизни, и мы больше успеем. Круто! Мы будем успешны в наших путях. Будет Божье благословение на нас. С чем это сравнить? Да, какую цену за это заплатить можно? Если мы будем заботиться о наших родителях. Поэтому Бог очень сильно хочет, чтобы мы это делали, поэтому пообещал такое серьезное благословение дать в нашу жизнь. Следующее. Восполнение собственных нужд. Бог дает нам все потребное для жизни и благочестия. Или для того, чтобы мы себя обеспечивали и исполнили Божью волю. А как разобраться, сколько из того, что Бог мне дал для меня, а сколько для исполнения Божьей воли? Как мне разделить все мои доходы на эти две части? Некоторые подходят схематически. Ну вот я вот, пока был не очень богатый, я давал одну десятину. Но Господь, если ты мне дашь такой капитал, я тебе буду давать две десятины. А если дашь такой капитал, буду давать тебе три десятины. Да? Ну и это работает. Обетования Божьи работают. И мы читаем о людях, которые дают 9 десятин Господу и живут на одну. И мы так удивляемся и говорим, это крутой вообще бизнесмен, вообще такой муж веры. Где-то восхищаемся им, да? У меня вопрос другой. А сколько остается ему после того, как он 9 десятин отдал? Если у него годовой доход 10 миллионов долларов, ему остается миллион на год на себя, то мне кажется, это перебор. Почему? Потому что, куда можно потратить деньги? На себя. Я должен одеваться, я должен кушать, я должен отдыхать. На себя, да? У меня может быть хобби, то есть я делаю какие-то вещи, которые мне интересны. Это все нормально, все правильно, но сколько это стоит? Могу я съесть за раз три обеда? Один раз могу, может быть два. А если это станет правилом, это будет сильно вредить моему здоровью. Могу я одеть на себя три костюма сразу, одновременно? Трудно. Будет жарко, неудобно, буду пахнуть неприятно. Могу я одновременно ездить на трех машинах? Это тоже проблематично, да? Надо ставить жесткую сцепку сзади, да, и это уже сдавать на другую категорию, как с прицепом, чтобы я должен ехать, да? То есть, это уже автопоезд будет целый. То есть, понимаете, да? Есть вещи, которые я могу потратить на себя, и этого будет достаточно, но я могу потратить на себя больше, потому что я могу купить брюки за 30 долларов, я могу купить брюки за 100 долларов, я могу купить брюки за 500 долларов. Знаете, чем будут отличаться брюки за 100 долларов от брюк за 500? Только лайцы. Только понты. Понты – это самый дорогой товар на этой земле. Самый дорогой товар на этой земле. И самый бесполезный. Это то, что не греет и не насыщает. Оно греет гордость и насыщает похоть. Понты, да? Не греет нашу жизнь, не насыщает нас с библейской точки зрения. Поэтому нам нужно регулировать понты в нашей жизни и лучше всего прийти к определенному пониманию, которое называется замкнутый круг. Когда я опытным путем прихожу к тому, сколько денег я трачу, в месяц или в год на себя, на свою семью, сколько денег я трачу. Это можно посчитать за несколько месяцев, за несколько лет. Потому что есть определенные вещи, которые я еду в магазин, я там покупаю на какую-то сумму. Есть уже там какой-то определенный круг там, продуктов, которые мы кушаем. Там в праздники чуть побольше, в будние дни там чуть поменьше. То есть, это все можно посчитать, это не так сложно. Но после этого много чего остается. И когда вы посмотрите именно с этой позиции, то получается вопрос не в том, сколько я даю Богу.
Вопрос в том, сколько я оставляю себе. Потому что я должен оставлять себе не какую-то часть. Я договорюсь с Богом, вот и все. Вот я от тебя откупился, дал 9 десятин. А вот теперь это 1 десятина моя, и я делаю с ней, что хочу. Это не до конца правильно. Потому что правильно будет, Господь, вот это то, что нужно мне. Это то, что использую на себя, то, что мне достаточно. А все остальное, Господь, покажи, что я должен с этим сделать. Я не говорю только, что я должен это раздать. Нет, не обязательно. Потому что куда мы можем тратить ресурсы, дальше мы будем смотреть. Например, это разумное ведение бизнеса, служения или хозяйства. Ремонт в доме – это правильная затрата, если дом нуждается в ремонте. Развитие бизнеса, инвестирование – это правильная затрата. Это правильная затрата. Потому что каким образом мы можем развить свой бизнес, чтобы чтобы принести больше плода? Нам нужно в него вкладывать деньги. Да. То есть, все это на своем месте есть. Просто нужна мудрость, чтобы мы могли этот бюджет, чтобы мы могли им управлять. Но вопрос именно в том, мы можем проесть тупо, да? Мы можем прогулять, мы можем спустить куда-то, куда, ну, откуда потом не сможем забрать. И мы потеряем этот ресурс. Мы потеряем и не сделаем то, для чего он нам был дан. И будем нести за это определенную ответственность. Поэтому после восполнения собственных нужд я написал разумное ведение бизнеса, служение, хозяйство. И дальше есть несколько мест. Много хлеба бывает на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. Беспорядок или неправильное управление, хаос такой, хаос в голове, он приводит к хаосу вокруг вас. Очень важно нам упорядочить свой мозг. Очень важно научиться планировать. Как можно совместить послушание Богу и движение за Духом Святым и планирование? Очень просто совмещается. Если мы посмотрим Евангелие Иоанна, 14 главе, там есть место о том, что Дух Святой дан нам для того, чтобы наставить нас на всякую истину и будущее возвестить нам. Помните, такое место есть? Я не помню сейчас стих. Но вот это слово «наставит», оно очень интересное тоже. Да? Это почему-то переведено в синодальном переводе как «наставит». Но это слово «поведет». Это слово используется, когда описывается этот процесс, когда слепой ведет слепого, и оба упадут в яму. Вот это «ведет» и здесь «наставит» — это одно и то же слово в греческом. То есть, дословно, если перевести, написано, что Дух Святой поведет нас к истине или по истинному пути, и будущее возвестит нам. Никакое будущее он нам возвестит. О конце света? О том, какие скидки будут на следующей неделе в этом магазине? Нет. Речь идет как раз о будущем. А куда он нас ведет? Он нас будет вести по правильному пути. А будущее – это какая цель у этого пути? Куда он хочет нас привести? Чтобы мы понимали, чтобы мы могли планировать, чтобы мы могли готовиться. Может даже получать образование для этого. Есть как бы две сферы, два слова или два вида откровения, которые Бог нам дает. Об этом писал Давид в 118-м, по-моему, псалме. О том, что слово твое для меня, как свет стезе моей и светильник ноге моей. И это два разных источника света. Скажем так, маяк и фонарь. Что делает маяк? Он показывает направление. Он где-то далеко, он очень яркий. В любой темноте я могу увидеть направление, в какую сторону мне идти. Но когда темно, проблема, потому что я не знаю, как туда добраться. Я не вижу дороги, может там яма какая-то, может болото, может лужа, может там вообще пропасть впереди. Темно, я вижу только направление. Мне нужен фонарь для того, чтобы я мог осветить, куда поставить следующий шаг, да, сделать, куда поставить ногу свою. Фонарик мне необходим, чтобы разобраться, как дойти. Но без маяка фонарик тоже не имеет смысла. Ну и что, фонарик у меня есть, а куда идти не знаю. Я могу кругами ходить. Я могу на месте топтаться. Мне нужно и то, и другое. Мне нужен и маяк, и фонарь. Для того, чтобы разобраться и достичь цели. Поэтому это свет стезе моей и светильник ноге моей. Поэтому это истинный путь, по которому Бог меня ведет, дает мне слово для каждого дня, скажем, да? И есть будущее, которое он мне возвещает, или видение. Понимание для будущего. Куда, где цель, где конечная цель, куда он меня двигает. И в этом есть планирование или нет? Потому что когда я знаю конечную цель, я могу попытаться рассчитать участок.
я могу попытаться увидеть промежуточные цели, да? Я могу готовиться, участок за участком проходить. Это то, что нужно учиться делать. Накопление. Можно делать накопление. Никаких проблем. Если знаете зачем. То есть накопление, это не имеет смысла. Да? Это служение мамоне. Я собираю деньги для того, чтобы их у меня было много. Границы тут нету. И смысла нету, да? Потому что ну, я просто делаю большую кучу денег, и в конце концов, когда я обнищаю, я просто сильнее обнищаю, чем другие. Да? И смысл в этом всем, да? Я всю жизнь работал, а потерял больше, чем остальные, да? Но если вы знаете, зачем вы делаете накопление, тогда в этом есть смысл. Когда перед вами стоит большая задача, например, да, вам Бог показал, вам нужно проинвестировать серьезно что-то куда-то, и вы делаете накопление, чтобы быть способным это сделать. Когда у вас много детей, вам нужно делать накопление, чтобы оставить им наследство. Вам нужно там, не знаю, ну, конечно, как вы решите. Но написано, добрый человек оставляет наследство и внукам, а не только детям. Хватает на всех. Ну, мы же добрые люди, да? И верно. Ну, стараемся, по крайней мере, да? Хорошо. Добровольное пожертвование в различной форме. Последнее. То есть, когда мы сделали вот эти разные-разные вещи, которые понятны, скажем, да, в наших сферах деятельности. Но есть много вещей, которые Бог предназначил профинансировать за наш счет. Иногда это жизнь чья-то или нескольких людей. Иногда это какой-то проект, здание церкви, не знаю, там что угодно. Разные вещи. То есть Бог может приводить в наш виноградник своего человека за плодами. Виноградник-то его. Любой бизнес, любое имущество принадлежит ему, мы с этого начинали. И он имеет право привести своего человека в наш виноградник и сказать нам. Значит, парень, отдели-ка часть вот этому моему человеку. Мою часть отдели. И здесь уже стоит вопрос, ну, во-первых, наше взаимоотношение с нашей жабой. Кто кого душит, да? Тут, ну, очень важный момент, да, потому что если она нас душит, то нам будет трудно. А если мы ее душим, то мы победим. Да? А второй момент, нам нужно иметь чувствительность, это Божий человек пришел или не Божий. Потому что вор тоже может прийти. То есть привести своего человека. Для того, чтобы украсть. Когда из Египта вынесли большую часть золотого запаса египетского, то не просто так это сделали, а для какой-то определенной цели. Например, там скинию, да, сделать. Так вот, перед тем, пока Бог давал направление Моисею, как делать скинию, сколько для этого золота нужно, сколько серебра, сколько меди, сколько всего, в это время внизу делали золотого тельца. Он не был в Божьем плане, а золото угробили. Помните, да? Потом они это золото ну, растворили вообще в воде. Там, да? Сожгли, растворили в воде. Потом пили эту горькую воду. Смысл в том, что золото было для другой цели, но они его профукали. И очень важно, да, что нам тоже перед тем, как придет время, и к нам придет Божий человек, может прийти человек от... Как это? От врага, да? И нам нужно тут развлечение. Да, научиться различать. Хорошо. Ну и, наверное, на этом все. Если у вас есть какие-то вопросы? Да. Когда вы говорили, как вы относитесь к тому, что написано «собирайте сокровища на небесах»? Как вы понимаете, что такое сокровище на небе? Ну, естественно, что это не деньги. Ну, то есть, деньги это нечто материальное, что останется здесь на земле. Оно дано для земли. Оно было, золото было изначально Богом помещено недалеко от Эдемского сада. Там было, помните, три реки, была земля такая, где было хорошее золото. То есть, Бог дал это золото на землю. Но не написано, что мы будем в Царстве Небесном распоряжаться каким-то золотым запасом. Там написано, что типа
типа из прозрачного золота сделаны там дороги, да, какой-то асфальт. Ну, это так, так образно, потому что до конца непонятно. Прозрачное золото и все эти дела, странный материал. Просто Ян попытался описать то, что он увидел, описать вот своим пониманием, да, ну, что там будет на самом деле, мы еще тоже не знаем пока. Вот. Но я думаю, что сокровище — это как раз истинное богатство. Вот то, о чем я говорил, три сферы. Истинное богатство на небесах. Это наш характер, наше, ну, мы как новое творение. Это наше взаимоотношение, любовь между нами, отношения с Богом и отношения с ближними. Это плоды нашей жизни, когда мы послушны Богу в нашей жизни. Павел пишет, что мы все строим что-то. Мы все строим какое-то здание. Кто-то строит из дерева, сена, солома, кто-то из золота, серебра, драгоценных камней. И вот представляете, да, насколько обширное и масштабное здание я могу построить из дерева, сена и соломы. Этого материала выше крыши, особенно в наших краях, да. Там где-то в пустыне, там, наверное, там трудно. Но у нас дерево выше крыши, пожалуйста, стройте хоть там пятиэтажный, не знаю, дом. Но настолько имеет смысл делать это, потому что все огнем прогорится. И все, что из дерева, сена, соломы, все сгорит. А вот золото, серебро, драгоценные камни – очень редкий материал. Но зато это останется. И вот что же такое дерево, сено, солома, а что такое драгоценные камни? Это как раз наше соответствие Божьему плану, совершенному Божьему плану нашей жизни. То есть, когда мы попадаем в Божий план и делаем то, что Бог для нас предназначил, это здание, которое мы строим из драгоценных камней, это останется, и мы за это получим свою награду. Все, что мы делаем вне Божьего плана, даже хорошее, оно имеет смысл только для земли. Но оно не имеет смысла уже даже для вечности. Поэтому очень важно для нас быть чувствительными к Духу Святому и быть послушными, точными. Потому что от этого зависит, насколько сильно мы будем соответствовать Божьему плану, совершенному для нас, и насколько мы построим из этого золота, серебра и драгоценных камней. Это то сокровище, которое на небесах будет у нас. Угу. Еще вопросы? Я анекдот вспомнила по поводу выбора. Когда вы говорили, правильный выбор делать. Да. Классный анекдот. Сейчас рассказываю еще. Один у другого спрашивает, надо жениться или не надо? Он говорит, жениться надо обязательно. Если повезет, станешь самым счастливым, а если нет, философом. Ну, по большому счету, мы не можем не делать выбор. Как бы это уже не в нашей власти. То есть мы рождаемся с правом делать выбор. Или с обязанностью. Мы можем эту обязанность не использовать, или это право не использовать, но получим по шее. Как не знающие и не сделавшие. Да? Философия тоже хорошо, да? Хорошо. Можно, на этом можно последний, да. Скажите, пожалуйста, вот третий пункт вашего спича, да? Да. Говорит о том, что мы управляющими ресурсами в отношении с Богом, но собственники по отношению к этому ресурсу... В отношении здесь, на земле. Вы занимаетесь бизнесом, да. Я понимаю, да? А как вы отстаиваете вот ресурсы, которые даны вам Богом, я имею в виду взаимоотношения в бизнесе? И какие вообще нам, вот, как вот, допустим, людям бизнеса даны Богом для этого полномочия? Ну, понимаете, что в идеальном случае государство должно обеспечивать равные права для... В идеальном случае. В реальности каждое государство, скажем так, этого не делает. Точнее так, не делает в разной степени. Кто-то сильно это не делает, а кто-то немножко это не делает, да? В наших странах это сильно государство не делает, да? В Украине есть какая-то возможность уже сейчас что-то поменять в этой сфере. В Беларуси пока нет возможности в этой сфере что-то поменять, к сожалению, да? Но в Украине еще недавно тоже не было такой возможности, да? Но вы что-то сделали. Что сейчас потенциально такая возможность появляется. Сделать правильные законы и поставить правильных людей, которые эти законы будут следить за их исполнением. Это не так быстро, наверное, происходит, как хотелось бы. Но судя по потенциальной возможности, которую сейчас вот я вижу своими глазами, да, она появилась сейчас в этой стране. Вот воспользуетесь вы, как общество, этой возможностью или нет, как бы это уже зависит. То есть мы, иными словами, должны опираться на то, что дает нам государство, да, на закон. Нет, мы должны как общество, потому что общество было... Сначала появилась семья, потом появилось общество, а только потом появилось государство. Поэтому мы должны заботиться о наших семьях,
в нашем обществе. И общество должно делать такое государство, которое будет это общество устраивать. Когда общество отказалось от влияния на государство, тогда государство взяло в свои руки, ну, монополизировало право на власть. Хотя государство имеет власть ровно так, ну, по писанию, ровно такую, какую общество делегирует этому государству. И сейчас общество в Украине должно эту власть обратно забрать. Обратно забрать у государства, скажем так, ну какое-то части, как получится, да? И использовать для того, чтобы расставлять, ну, каких-то нормальных, правильных людей. А потом отслеживать то, что они делают, скажем, ну, вы знаете это. Гражданское общество должно быть создано. Его не было в Советском Союзе, его не было в постсоветских странах, но оно должно развиться. Без этого нам не получится по закону достигать тех целей, которые Бог для нас поставил. Нам придется где-то проходить мимо закона. Уже я чуть-чуть конкретизирую, да, если можно. Да? Вот мы с вами два бизнесмена, да? Какие-то у нас существуют взаимоотношения по бизнесу. Вы обманываете меня, кидаете меня, проще говоря, на деньги. Давайте так назовем это. Я, как верующий человек, должен опираться на закон, либо на что-то другое, либо какие-то есть еще инструменты. Вот как по-вашему? Ну, в смысле, богитом на них? Ну, я ничего не сказал, я просто задал вопрос вам. Когда вы видите? Нет, я думаю, что мы должны опираться на закон, первая часть. И вторая часть, у нас есть заступник, конечно, мы имеем право прийти к нашему Богу с молитвой. То есть это две вещи. Есть естественная вещь, это вот как раз закон. И есть сверхъестественная вещь, мы приходим к молитве, потому что даже человек, даже судья неправедный, он все равно как бы доступен для Бога. И Бог может нечто такое в его жизни сделать, что он для всех будет неправедным, а в нашем случае он поступит правильно. Да? Ну, потому что Бог возьмет его за чувствительное место, скажем, да, и не даст поступить неправильно в нашем случае. А что здесь, если люди по-божески понимают?